А я ни одного не нашел. Вот, от слова совсем. Ну что, в этот раз лобби должно победить стримера. Давайте новый патч арка в Dark Roll спрячет. Кстати, да. Три коняшки. Да не парься, ты руку свою всегда возьмешь. Чё ты переживаешь? Так, что у нас? Dark Gear. И всякая фигня. Чем мы хотим тут играть? Ну, давайте посмотрим, как старт будет, а там решим. Ну, так можно играть, да? Акиров туда надо запихнуть в Dark Roll. Но 4 акиров уже запихнули в Dark Roll, а 2 только осталось. Это мы сейчас без 4 акиров играем большинство игр. С 4 еще грязнее. Арк утомил уже, если честно, меня тоже утомил, потому что, то есть этот арк гейминг напрягает. Что за дерьмо предметы? Ничего не синергирует вообще. Ничего не синергирует. Куру, назначаешься главным танком, ты пока главный дамагер. Куру с задачей не справился. Ой, как жестко минуснули, да? Блин, нам надо было побеждать. Почему? Потому что я хочу взять обоих. Кто важнее? Архура. Не угадал. Пака скипнул, да, к сожалению, но не факт, что пак со мной будет играть. Ой-ой-ой. Мне еще и снайпера очень жалко. With bones and spears, I come. With bones.
Мне еще и снайпера очень-очень жалко. Интересно. Интересненько. Первые рыбачки поехали. Дракона бога еще наролить нужно. Арку нужно подбирать предмет и наролить одного. Привет, как использовать монопольный контракт технически? Куда нажимать? Никуда. Ты просто его взял, и как только ты собираешь что-то 3 юнита, тебе прилетают бабки. Все, Шудан во все тяжкие пошел. Вообще еще могу что-то полезное поставить, но как это сделать, не понимаю. Ладно, гоу пока так. Ладно, попытаюсь счастье и спрошу в 10-й раз. Ты обнову подготовил? Да, шеф, подготовил. Перед стримом скачал. Абаддон хорошо. Абаддон хорошо. Нет, игра. Мы же не будем это делать. Это так много денег, но это так сильно. Луна мне сейчас ровным счетом ничего не дает. То есть, возможно, Абаддон сильнее Луны, но она за счет своей обилки хороша. На самом деле, надоели ваш лиги, верните моего Тускара и Визажа. Денег нету, ни хрена себе. Вот этим столом сидеть было сейчас в куче хп. Нахрена мне этот чем? Просто потому что он охрененен. Продаю нужных юнитов ради ненужного. Окей.
Да, в общем, это убивает меня, но мне просто надо подумать, во что я хочу с этим пойти. Но я не хочу тролли на этом играть, когда у меня ничего нету. Дед Руслан, спасибо за фоллоу. А, ну тут все ясно. Пускар хороший персонаж. Окей. On my way. Кто ты такая? Давай, до свидания. Ладно, будем творить дичь. Надо как-то победить здесь. Мы должны быть сильнее. Сильнее, да. Должны быть гораздо сильнее. С некоторым даже запасом. У нас один сильный усик. Только плана все равно как такового нет. Ну вот есть два тролля, орк, фурион. Что мне это дает? Надо чуть-чуть ресурсов подкопить. Красное сердце дает же легендарки, которых нет в пуле. А, ну так их. Они находятся в пуле. Типа фигурки пятерки. Ты наролить их можешь, начиная только с 8 уровня. Поэтому то, что они там находятся, тебе по сути ничего не дает. Типа они что-то дают, но типа ничего не дают. Ох, как же хочется паролить, но держи себя в руках. Чего? Ты один хотя бы, ты один. Быстрый фаст левел мы тоже не можем, потому что нам надо выигрывать. Так точно. Очень сильный стол. Три ханта за жирной стенкой. Боже, как же нам повезло с ним подраться. Это, наверное, самый сильный стол был. Есть еще веселый рискованный стартек, когда ты собираешь всех юнитов из Даргир в Т3. Да такой себе веселость. С этим подрались. А как с этим будем драться? Кстати, с этим никак не будем драться. Это настолько сильнее нас, что у нас тут вообще ноль вариант.
Ну, это ноль вариант. Десять антимагов, то два ТБМа, как? Что с этим делать? Ничего. Медведь, конечно, старался. Не хватит этого, чтобы дефнуть? Я что-то вообще не понимаю. Надо, чтобы хватило. Так, вот это убили, резнули теперь лоника. Ну, изи деф тогда. Не знаю пока, чем мы будем, пока так возьмем. Да боже, что за предметы? Ну что успел, то сделал. Собаку надо купить. Кускар, скорее всего, от нас уходит, окей. Он, конечно, сильный юнит, но придется отдавать. Может, как-то напрухаем, дев? Медведи вперед. Сожри ее. Ой, боже, красивый какой мой мишка, плюшевый мишка. Куда ты? Постой, возьми меня с собой. Так, где я не доиграл? Ну, во-первых, от собаки все отдаю. Я вижу, где я не доиграл. Веспа в чена надо было отдавать вообще, ни секунды не думая. Боже, мы выиграли. Тасик, извини, короче, не пойдет. У нас Хуман даже не остался. А, понимаю. My beard grows longer. Так, все в порядке, что не нужно. Вообще мне легионка не нужна, я апать не буду. А буду ли я умника апать? А чем это? Ну окей. Если я не буду апать, то чем я буду играть?
Это точно отдаю. Блин, надо придумать план. Здоров. Здоров, гадио. Why Legion Commander? I have no... Conquer. Да... Загон вообще с этим лоником. Ну, это котлу надо дать, это, я думаю, неплохо. Вдруг еще Даргир придут, друг, да. Боже, как сейчас Син запрухал. То есть там такая хреновая туча была. Просто... А, не, не запрухал. Ой, повезло мне. Теперь я запрухал. Джек Дэниел на шести маге. Не хочу это оставлять, Там посмотрим. Уберите меня из чата. Пожалуйста, пожалуйста. Что такое MVP-шка? У меня не хватает прибраться за собой самостоятельно. Да, разборку можно было дать Ликану, но я думаю, что это не так важно. О. А что мы хотим? Максимальной грязи килограмм. Думаю, что да. Да, Свена найдем. Ну тоже ничего. В принципе. У меня примерно такой план и был на игру. Поехали дальше. Нам нужен висп. Еще бы одну цемку. Че за 2 ДП в восьмом? Ну сколько? 1% прока легендарки. Получается, он работает. Блин, нету кунки. Но мне в левел надо топить. Пока ничего делать не будем. Собаке это, наверное, отдам. Или котлу. Собаке пока. Доброй ночи, Роман. Здорово, Макнайтища. Лич что дает? Он пускает Chain Frost. То есть смотри, он сейчас полетит. Блять. Самый хуёвый Chain Frost всех, всей вообще истории. Просто взял и нашел одну цель, в которую он не будет работать. То есть он будет отскакивать между целями в каком-то радиусе. Как ты нашел ее там вообще? Как ты дотянулся? Бесполезный. Ну это просто лич порофлил.
Вот одна, один единственный персонаж стоит у Датчи Инфрост с него. Ор выше гор. То есть как у ВД, только... охренеть, как много дэмэджа. Дэмэдж 200. Ну у него... Нет, подожди. У него замедление, а не стан. Стан он не дает. И он дает в аж в 12 целей. То есть 12 отскоков. Это много. Пора пускать Chain Frost. Нет, успели. Боже! Как эти Chain Frost ужасно отлетают. Но повезло, что все в порядке. Но они просто ужасны. Хотя чё я парюсь? Хотел стал в это добровольно. Но я думаю, что тут Chain Frost должен заролять. Кстати, Деспрофит очень сильный, Омник очень сильный. Прям боль. Бам, пробили. Нечего котлов моих забирать. Не положено. Мне кажется, пока Chain Frost не сможет 12 раз поскакать по врагам, тупо из-за того, что враги за это время либо умрут, либо твою доску зачистят. Нет, успевает, успевает. Но если он не отлетает в одну цель, он тупо сам не заканчивается. Мышлина. Да, вот она пятница, да. Блин, опять Ликана не разобрал. Сейчас вот стоило бы уже, да? Когда у нас появилась команда Асит Магический Дэмэдж. Давайте Ликану пока. Великолепные шмотки. Хочу никого не убирать. От 9 макс, что ли? Нет. Да? Нет, 6 макс, визард, ну зачем? Ну, было близко проиграть одного Рубика с лагуной. Наверное, не так страшно. Зарядки не хватает. Но больше не проиграем. А где мои шмотки? Тут кому-то прилетали, а мне нет. Мне же обидно. Мне же обидно. Досадно. Ну ладно, ладно, ладно. What is this? A game of some sort?
Да на, сюда пока. Даже думать не хочу. Вообще пару роллов бы на... О. Не знаю, а зачем мне пак? Давайте посчитаем. Спасибо за фоллоу. Раз, два, три, четыре. Пак не так плохо смотрится, да? Ну, в общем, не обязательно к сборке прям сейчас. А зачем мне Death Prophet? Просто потому, что она есть. Конечно, Чена бы Т2 поставить. Да с профит убрать на лавку. Мне вообще надо спереди оставлять. Как-то неприятно начинаем проигрывать. Это у меня так грибос задев. Ну там неудачный файт, он ко мне заходил, но мы выбили Джек Дэниела. Без тебя обойдусь, без тебя обойдусь. Ты мне тоже не нужен. Слушайте, ну, поигрались и хватит. Так, точно полезнее. Лича надо было переставить с кункой. Изи. Мисс. Так, на 30-х крипов дефнут сейчас хорошо. Мультикаст наролит. Мне надо что-то менять сейчас на столе. Достаточно ли у меня для дефа? Time to shove off. I pupate a needle. Ну, кстати, квапу, да, взял. Вместо кунки изи. И ЦМ-ку бы в 2 собрал. Я не замонополил никто. Где мои ЦМ-ки? Почему у меня даже Т2 ЦМ-ки нет? Ну, хоть кто-то разложился. О, бля. Короче, хочу так. На тебе арканы. Это нам пригодится. Хочу взять Энигму, там посмотрим. Постоим дальше на шестику мою. Надо гирокоптера вставлять.
Так, ну что пока брать? Кстати, Шраут надо было брать, да? Шраут надо было брать. Макаки тут, звери. Т2 и Нигма в девятом, неплохо. Сларк нас пока дефает. Я думаю, это не очень страшно. Зачем нам ДК? Не понимаю. Ну, то есть мы его не реализуем никак. У нас есть фигурки, которые мы можем поставить. Ай, хочу Шрауд взять. Хорошечно, минус Шудан плюс бабки. Плюс еще зарядочка. Миссы всякие, что-нибудь придумаем, да, попозже. А у нас есть Джакира? Может, стоит, ладно, взять. Говорили. Cultural Code, спасибо за follow. А кто у нас еще не заряжается мгновенно? Котел заряжается, Чен заряжается. Гирош там должен еще. Почему нет? А предмет у нас ком? На самом деле, такие предметы сейчас гирокоптеру отдал уже. Все наши шмотки хорошие, но тут вопрос... удачи и, то есть, нашего левела. Ну и когда-нибудь, да, я убираю уманов и ставлю какую-нибудь дичь. Гирокоптер на роли? Да у меня вообще тут лего есть, да? То есть, условно, варлок, гирокоптер, квапа, энигма, обертитан. Ну, даже титан мне не очень нужен. Богов я не буду собирать. Не вижу причин отказываться в этом удовольствии. Еще будет с чатиком? С шашечками пора завязывать уже. И так мы чуть запозднились. Так, больше грязи, шире морда. Вот уже повеселее, да, с сеном? О, минус 3. Приятно. А,
Почему же тут проролится? О, это 20М-ка, это вовремя. Ну ладно, что-то ничего не пошло в 3. У нас есть вариант с драконом. Короче, миллион вариантов игры. Арканчиков бы побольше, а то у каждого есть зарядка, только одни арканчики. Так, минус грибосик. Ну, с сином сейчас вообще легко переставимся. Все будет в ажуре. Что за крип на 50 волны, Рошан? О, мне это нравится. Кстати. Котел упрыгнет, чем нет. Кунку можем собрать, чтобы не собрать, раз можем, правильно? Герана. Что в собаке там лежит? Не знаю, но мы в левел идем. Так, ну с Ларком мы пока проигрываем, но это пока. Какой у нас план на победу с Ларка? Например, такой. Хорошо. Ну тут с Ларк шапками закидаем. Хотя он не хочет, да, закидываться. Бэм. Сороковые крипы. Я думаю, на сороковых мы так стоять не будем. Может быть, мультикаст мы с сороковых крипов сможем получить? Вы как считаете? Есть шанс? Кстати, наверное, Энигма лучше гирокоптера, да, надев крипов. Не, наверное, а точно. Боже, как быстро минус котел. Энигма, стели там что-нибудь, делай грязь. Хотя нормально показалось. Да боже, у нас опять нету этой обилки. Это мне ничего не дает, это ничего не дает. Очевидно, этот. Ладно, понял. Ну там же хватает на 13-й. Пака можно скормить. Лину тоже можно кормить. Котел упрыгает. Перед Сэмка бы хотел, чтобы жила, да? Какой-нибудь БКБ, что-нибудь там, что-нибудь. У меня тут предмет... О, БКБ собрали, да? Хорошо. Не знаю, зачем нам это, правда.
Dragon Knight Better Like a Maybe. Какую жирность, Ларк. Дефается у себя, надеется на победку. Ну ладно, посидим еще, подумаем. Давайте чуть-чуть поролимся. Раз мы установили эко. О, кстати. А сколько надо нам? Пару котликов? Шесть хумов? Зачем уже? Ну, мы не ограничены 13 уровнем так-то. Enchanted, I'm sure. In green, I go. Time for some roll. Ice is nice. Так, котел упрыгивает. Кто у нас еще упрыгивает? Лопа так упрыгивает. У кого еще на... Блин. У котла. И все. Ладно, неважно. Мы апнули Энигму. Это сильное усиление. Там просто один касс Сларка. Никакой Джорова не спасет. Ладно, это в 3 не пойдет. Нам нужен котел, правильно? Гиршмотки, да ничего страшного, у него блинка нету. Ладно, развалим. Нам нужен Т3 котел, правильно? Блин, зачем это мага, да, пытаюсь собрать, он нам точно не нужен. Гир юнит хороший, но есть нюанс. О, кстати. Кстати, кстати, кстати. Ладно. На. Все, нельзя уже дать. Хочу котлата 3. Как это сделать? Не знаю, как это произошло, но мы еле задефались в этот раунд. Я думаю, что в Личе это уже не так важно, как в Энигме. А, will we play next? No, I don't want to play next not after chess game. I go to play other game. Еще один Vitality Booster. Куда мне столько этого говна?
Супер рандом роман летает на тиках. Но я не должен это позволить сделать. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. We leave the nest. Уже один в котел. I ride with the light. Trees are not so good with it. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Джакир плохо поставил, но плевать. А, дракон плоховатенько стоит, но это тоже, да, не критично. Дать тебе дэмэдж, донать тебе любой дэмэдж. Ну еще там что-то могу зарядить. У меня есть зарядка какая-то варлока. Папа и так заряжена. Один оф сраный котл. Эх. А котла, кстати, не было. Проверяйте. Так, но син был... Мы 13 уровень.